Сегодня отправляемся в мотопробег по городам, районам Удмуртской Республики. Мотопробег посвящен 25-й годовщине легендарного мотопробега Ижевск-Кейптаун. В километрах это будет около 1000. Мы проедем практически вокруг всей Удмуртии. В каждом городе, в каждом населенном пункте будет своя программа. Программы довольно насыщенные. Но будет очень интересно. Мы это мероприятие готовили 9 месяцев. Мы уходили в Африку. Уходили 30 октября, мороз, снег, в Судан пришли, там жара 52. Я собирался в отпуск в октябре в Крым. Шеф, то есть Салтыков, вызвал меня к себе, говорит, я не возражаю тебя отправить в отпуск, но только там, где жарче. Я говорю, где? В Африку. Поедешь, Ир? Конечно, поеду. Там же тепло. Я думал, шутит он. Оказывается, на самом деле. Вот был назначен комиссаром в команду. Команда это чисто условно, потому что там были и бизнесмены, и доктора, и конструкторы, интеллигенция, ну, в общем, все были. Задача моя была такая, чтобы команда была мужицкой командой, чтобы не было скандалов, чтобы дошли до южной точки Африки, и все до единого вернулись живыми, здоровыми в Ижевск, к семьям, к детишкам. Так первая эта задача, я ему другую ставил. Первая задача была в том, что смотри, чтобы никого не съели там этой дорогой. И когда вернулись все живые, здоровые, я тоже выдохнул и сказал, что это все очень здорово. 3 континента, 3 моря, 17 стран, 25 тысяч километров. Так что я хочу сказать, на старт, поехали! Поехали!